Как вы относитесь к тому, что памятник национальному герою обгажен птицами? Не лучше, вот надо чистить как-нибудь. Вот. А что нужно сделать голубями, которые, в принципе, являются виновниками данной проблемы? Не знаю. Ну, как, отстреливать их? Нет, чистить надо. Отстреливать не надо, вот они же живые животные, вот. Либо отлавливать их, как, что с ним надо? Отлавливать надо лучше. Вот. Я живу в Израиле, 15 лет здесь не была. Первое, что заметил мой ребенок, который никогда здесь не был, это то, что весь памятник засижен и загажен птицами. Честно говоря, не очень приятно на это смотреть, но это первая вещь, которая бросается после приезда сюда. Я отношусь к этому отрицательно, так как это наша история. И если поставили памятники, то надо за ними следить, ухаживать, как бы. Конечно, неприятно, туристы приезжают, фотографируют, и там все обгажено. Мне кажется, с этим ничего не поделаешь, потому что птицы есть птицы. Просто нужно, наверное, очень часто его убирать.